Обычно Хэллоуин начинают плотно отмечать ближе к ночи. А как себя развлечь в дневное время? Естественно, отправиться в одесский зоопарк. В канун Дня Всех Святых принято веселиться до упаду, дабы отогнать от своего дома нечистую силу. В сельском дворике одесского зверинца постарались создать празднично-мистическую атмосферу. Работники зоопарка подготовились к празднику основательно. У них даже есть черный козел. Правда, его будут вряд ли закалывать, но концепт соблюден. Или не быть? Вот в чем вопрос. О, бедный Йорик. Зоопарк к тебе был явно жесток. Жесток зоопарк оказался и к динозаврам. Попытки юных посетителей их найти потерпели фиаско. Мы искали динозавров, но тут их нету, к сожалению. Будете дальше искать? Нет, мы не будем искать. Нам сказали, что уже их нет. Вымерли? Нет. Да. А вот летучая мышь, один из символов страшного праздника, детворе знаком. На конкурсе оригами им пришлось вырезать их из цветной бумаги. Потом было темно, поэтому они такие непонятные были. А что они делали, летали или висели? Они висели, видимо, спали. Какали? Нет. Юные посетители зоосада пока пришли без праздничных костюмов, но уже подумывают, в кого перевоплотиться ближе к вечеру. Эхо. Зомби. Зомби? Да. А ты сам не наряжался в зомби? Нет. Хочешь? Да. День в зоопарке начинает клониться к закату. И, увы, пора уходить. До того, как балом начнут править темные силы. Но неплохо бы захватить с собой какой-нибудь трофей. А вот и хэллоуинский ужин подоспел. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули! Вместе с детворой отгоняли нечистую силу от одесского зоопарка Всеволод Ананьев, Евгений Ячменцев, Думская ТВ.